Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию уже довольно редкой в наше время модели Т-80У фирмы XAT. В интернет-магазинах уже практически не найти эту коробочку. Найти ее только можно на eBay или где-то на аукционах. То уже достаточно редко. И вот сейчас рассмотрим, что находится все же в данной коробке интересного. Коробка хорошая, крепкая, в принципе, глянцевого исполнения. На ней нарисован Т-80У. Коробка небольшая, но в ней литников лежит немало. Инструкции рассмотрим немножко попозже, а сейчас перейдем к содержимому коробки. Литник номер один. Верхняя часть корпуса и боковые полки с ящиками zip и доп-баками. Ничего не могу сказать про качество. Пластик серого цвета, такого непонятного. Ну, вроде бы все более не менее хорошо отлито. Следы толкателей, питателей. Все спрятано. Литник номер два. Звездочки. Катки. Бочки. Имитация сделана на листе переднем. Как бы отвернутого листа резины. Элементы башни. Под башней сделано интересно. Еще нигде не встречал такого. Ствол дан одной деталью. Там сделаны люки. Как видите, литье довольно неплохое. Литник с башней. Не знаю, насколько танк верен по матчасти. Но мне в данном наборе не понравилось одно. И к этому одному мы перейдем немножко позже. Вроде бы и неплохая фирма. Жалко, что она уже распалась, особо и не успев выпустить модели. Данные элементы какой-то проводки.
как бы в наборе даются два литника больших, два средних, остальные такие более мелкие. Не знаю, как модель будет в сборке, но пока вроде бы все нравится и устраивает. Хорошо, что не толстые следы питателей. Элементы боковых экранов. Зенитный пулемет. Ствол не высверлен, но хоть есть небольшая отметка, уже проще сверлить. Катки. Даже присутствуют какие-то надписи на бандажах. С обратной стороны. Швы довольно неплохо сварные смотрятся. Ванна корпуса дана одной деталью, что тоже очень радует. Маска пушки. И вот одно, что мне больше всего не понравилось. Это виниловые траки. Ну, еще, как видите, абы какого качества. Ну, конечно, если ничего больше нету под рукой, придется их делать. Но меня они, если честно, не впечатлили. И для этого советую использовать Master Club.
для Т-80. Металлические траки. Также в наборе даны две платки фототравления и одна фототравленная решеточка. Как видите, в наборе фототравления присутствует, но не особо много. Главное, что самое основное. И второе, что мне не понравилось, трос дан какой-то ниткой, даже не проволокой, но реально толщина его почти как литник. Для кого они давали этот трос и для чего, я даже не знаю. В наборе дан такой вот глянцевый красочный вкладыш с вариантами окраски танка на двух страничках. И небольшая инструкция в виде книжечки. Схематично все показано очень хорошо. Надеюсь, сложности при сборке никакой не возникнет. Данной фирмы модели я еще не собирал. Интересно будет повозиться с данным танком. На 19 страницах 44 этапа сборки. Ну, на данном этапе серию буду заканчивать. Мои впечатления о модели, честно сказать, еще не знаю. Вроде бы все неплохо. Есть свои небольшие недостатки в виде траков и троса. Как будет модель собираться, тоже будет видно в процессе. Все, друзья. Кому интересно, оставайтесь на канале. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Всех благ вам и вашим близким.